Кожаное лицо и Джейсон Вурхиз – два самых опасных маньяка в этом мире! Неужели это кожаное лицо, банда, вы видите это? Он заводит пилу! О, господи, что это? Просто посмотрите на это, банда! Чё творим, бро? Меня зовут Серхио! Неси, бро, сразу же приподписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою Суприм банду, ведь, бать, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами! Так что быстрее подписывайся, чтобы быть смысленной батей на ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! Кожаное лицо и Джейсон Вурхиз – два самых опасных маньяка в этом мире! И оба этих маньяка попались на мой дрон! Я снял их именно в тот момент, когда они совершали свои жуткие убийства! И под теми видео, банда, многие из вас просили, чтобы я свел их, и они подрались! И поэтому сегодня я узнал, где будет вечером находиться кожаное лицо! Написал Джейсону Вурхизу с незнакомого номера, где предложил ему встретиться и указал адрес этой заброшенной фермы! И если все получится, банда, то уже сегодня вечером они встретятся лицом к лицу и, возможно, даже подерутся! Если это вправду случится, то это будет бой не на жизнь, а на смерть! Именно поэтому, банда, давайте на это видео наберем 30 лайков! И тогда я наконец-то сниму маску с кожаного лица! И мы увидим, что под ней пряталось такое долгое время! Именно поэтому, бандит, скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти! Ведь в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами! Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди! Уже совсем скоро мы ответим именно тебе! Так что, бандит, давай, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем наш дрон! Погнали! Что ж, банда, я надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. И где-то здесь должна быть та самая ферма кожаного лица. Нам сказали, что она должна быть где-то на окраине этого поселка. И обратите внимание, сегодня мы впервые в этом селе. Просто посмотрите, какое оно огромное. Но все же, банда, сегодня мы здесь не за этим. Давайте искать ферму. И я уже вижу что-то вдали, что-то похожее. Хотя нет, банда, оно слишком маленькое, как для фермы. Не думаю, что это была ферма кожаного лица. Где ее искать, я пока что не понимаю. И вы только вдумайтесь, кожаный лицо против Джейсона Вурхиза. Это два кровожадных, ужасных маньяка. Они могут запросто друг друга убить. Я даже не знаю, кто сегодня может победить, они оба сильные. И посмотри, какая-то ферма. Неужели это та самая ферма, которую мы ищем? Очень похоже. Здесь два огромных ангара. О, черт, банда, что если в этих ангарах он хранит трупы людей? Как мы знаем, кожаное лицо каннибал, он ест человечину. А в этих ангарах чисто теоретически он может хранить трупы, которые собирается съесть. Он просто берет и подвешивает их к потолку, как свинину. Я думаю, понимаете, о чем я говорю, это реально очень шутка. Окей, банда, давайте так, 1 000 000 лайков, мы с Настей отправляемся ночью в эти ангары. Просто так этого делать я точно не хочу, потому что кожаное лицо очень опасный маньяк. Только за 1 000 000 лайков. И я вижу еще одну ферму. Здесь еще больше ангаров. Неужели это все это кожаного лица? И, кстати, банда, совсем недавно мы впервые сняли дом кожаного лица. Как только мы прилетели к его дому, туда сразу же выбежала какая-то девушка. На вид она выглядела ужасно. Скорее всего, что она была очень долго у него дома. И, возможно, он даже над ней издевался и держал ее в своем подвале. И то, что было тогда, банда, у меня все еще не укладывается в голове. Как только она выбежала, Сани сразу же побежал кожаное лицо. Он догнал ее, связал и подвесил к дереву. После чего он завел свою пилу и просто разрезал ее напополам. Это было самое жуткое убийство, которое я только видел в своей жизни. У меня все еще это не укладывается в голове. Но все же, банда, сегодня мы на ферме кожаного лица. И где-то здесь должен быть он. Хотя пока что я не вижу никаких следов кожаного лица. Разве что вот какой-то маленький сарай. Больше похоже на какую-то башню. Хотя, банда, я не думаю, что кожаное лицо может быть где-то в этом здании. Оно слишком маленькое по сравнению с другими. Мне вообще кажется, что это здание здесь так чисто для красоты. И все же, банда, мы уже очень долго летаем над этой фермой. И все еще не увидели никаких животных. Что, в принципе, подтверждает мою теорию, что в этих ангарах хранятся тушки людей, которых он собирается съесть. И вы только посмотрите, сколько там ангаров! Он же может быть в любом из этих сараев! Просто жизнь, и как его теперь найти? Хотя, возможно, сюда придет Джейсон Вурхиз. Мы начнем за ним следить, и он сам нас приведет к кожаному лицу. И мы уже тогда заснимем их драку. И посмотрите, здесь есть какие-то заброшенные домики. Нужно лететь к ним. Обычно в таких домиках маньяки скидывают остатки своих жертв. То есть там могут быть черепа, кости или же даже тухлое мясо. Нужно быстрее к ним лететь. И тогда уже продолжим поиски кожаного лица.
Пока что я ничего не вижу. Нужно подлететь намного ближе. Будет очень жаль, банда, если сегодня мы не снимем драку кожаного лица против Джейсона. Потому что кожаный мог даже сюда не прийти. Мы все еще его не сняли, хотя уже очень долго здесь летаем. А вот Джейсон Вурхис точно придет. Это человек слова. Если он сказал, то он точно так сделает. И я даже его немного боюсь. При последней встрече с ним мы делали на него куклу Вуду. Я отрезал ему руки. Он все еще с ними ходит. Он просто так Тайк их собрал и пришил себе обратно. Скорее всего, что кто-то ему помог, но сам факт того, он пришил себе руки и ходит, как ни в чем не бывало. Этот факт меня очень пугает. А я пока что не вижу ничего такого, что было бы похоже на жизнь маньяка. Там не было никаких останков. Уже ли здесь не живет кожаное лицо? Это очень все странно. Тем не менее, Настя продолжает обретать все эти ангары. Я реально не вижу никаких животных. Какая-то техника, но животных здесь нету. Неужели во всех этих ангарах лежат трупы людей, которых он насобирал за все эти года. Это так жутко звучит, банда, но это может быть правдой. Потому что как объяснить то, что здесь нету никаких животных? В другом бы случае людей бы это уже привлекло. Потому что как такая огромная ферма, здесь нету животных? Это очень странно. Они бы начали идти сюда, а здесь воняет трупами, тухлятиной. Они бы сразу уже услышали этот запах. Тем не менее, вот Настя подлетает к еще какому-то зданию. Оно не похоже на другие, какое-то не такое. Может быть, это главное здание этого кожаного лица. Именно в нем он сейчас и есть. Думаю, нужно его здесь караулить. Возможно, мы сможем его заснять. Вы только вдумайтесь, что может быть внутри этого здания. Само собой, там будут трупы. Но еще там могут быть различные пилы, столешницы с пилами, чтобы распиливать кости людей. Также там еще может быть кровью вонючая человеческая плоть. А возможно, именно в этом здании он и делает себе новые маски из кожи человека. Но в таком случае, куда же он девает обрезки из кожи? Мы пока что ничего такого здесь не видим. Хотя, банда, когда мы даже были дома у этого кожаного лица, вы сами видели, там ничего не было видно. По первому виду не скажешь, что там живет настоящий маньяк. Он слишком аккуратный, все это убирает, чтобы его не поймали, никак к нему не придрались. Так же самое и здесь, все очень аккуратно выглядит, как будто здесь живет обычный фермер. А это еще что за чудо архитектуры? Зачем вообще кожаному лицу такое строить? Неужели здесь живет обычный фермер? Нас просто обманули. Хотя, банда, что есть это какая-то морозильная камера? Я думаю, вы знаете, что в ресторанах есть морозильные комнаты, куда складывают остатки пищи. А здесь это прям целый сарай. Именно в нем кожаное лицо и хранит свои остатки жертв. А еще там есть какой-то дом. Я не думаю, что это дом кожаного лица, потому что мы были около его дома. Это, скорее всего, просто обычный домик. И туда явно никто не ходит, потому что туда не ведут тропинки. Что, в принципе, довольно странно. Скорее всего, раньше здесь жили люди. А кожаное лицо их просто убил и забрал этот дом себе, потому что мы здесь ничего не видим. Кожаное лицо реально очень опасный маньяк, вы об этом знаете. И я вижу там какой-то трактор. Может быть, кожаное лицо прямо сейчас где-то там. Он находится на этих людей, чтобы убить их и спрятать в своей морозильной камере. Скорее лети туда. Хотя, банда, скорее всего, это уже какой-то бред. Я думаю, что пришло время возвращаться обратно к этим ангарам и ждать Джейсона Вурхиса. Кожаного лица мы пока что не видим, а Джейсон Вурхис нас может к нему привести. Что ж, банда, мы уже очень долго летаем над этой фермой. И пока что мы еще не увидели никакого маньяка. Даже Джейсон Вурхис все еще не пришел. Кто это? Неужели это кожаное лицо, банда? Вы видите это? Он реально идет сюда. Просто Джейсон все еще с той пилой. Этой пилой он в прошлый раз и распилил ту самую девушку. И посмотри, он заметил наш дрон. О, господи, он хочет его распилить. В прошлый раз мы купили новый дрон, и он просто его распилил. В этот раз мы уже снимаем на наш старый дрон. И он уже никак к нему не достанет. Это такая жесть, банда, реальное кожаное лицо. Он все-таки правда сюда пришел. Просто посмотрите, что он делает. Что с ним? Почему он остановился? Он кого-то видит. Что там? О, господи, это же Джейсон Вурхис! Он тоже здесь, банда, вы видите это? И похоже, что кожаное лицо его боится, он пытается его остановить. Но Джейсону вообще все равно. Он идет с ним драться. И только посмотрите, он замахивается. О, черт, это просто жесть. Вы видели это, банда? И так кожаное лицо заводит свою пилу. Джейсону нужно быть аккуратнее. Аккуратнее, Джейсон! Господи. Это просто жесть. Посмотрите, что он делает. Он хочет ему распилить его лицо. О, черт! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Это был сильный удар от Джейсона Вурхиса! Тот прям упал и не может встать, только посмотрите! Он пытается его убить своей мачете! Это такая жесть, банда! Я лично болею за Джейсона Вурхиса, надеюсь, что он победит, потому что то, что сделал в прошлый раз кожаное лицо, не должно прощаться! Вы только посмотрите, кожаный схватил какую-то палку, и он бьет Джейсона, ему вообще все равно! Джейсон Вурхис не чувствует боли! Он уже даже сломал эту штафету! Это такая жесть, банда! И он начинает просто бить его кулаками! Он реально думает, что так он сможет его вырубить! Этот кожаное лицо реально какой-то странный! Окей, Джейсон явно выигрывает, потому что Джейсон Вурхис просто не чувствует боли! Вы только посмотрите, кожаное лицо не может встать! И он его добивает! Это такая жесть, банда! Вы видите, что происходит? Я просто не могу поверить своим глазам! Что он делает? Он заводит пилу! О, господи, что это? Просто посмотрите на это, банда! Он все в форме кровище! Он реально его распиливает, банда, вы видите это? Это такая жесть! Что он вообще наделал? Неужели он убил кожаное лицо? Он просто лежит, даже не встает! Это так страшно, банда! Я просто не могу в это поверить! И Джейсон Вурхис забрал эту пилу себе как трофей! Такая жесть, вы видели это? Он просто взял пилу и начал его распиливать! И теперь он просто уходит! Я просто не могу в это поверить, банда! Это было реально очень жутко! Улетай быстрее, пока наш трон не пострадал! В прошлый раз кожаный распилил ничем невинную девушку! А на этот раз Джейсон Вурхис распилил кожаного! Это такая жесть, банда! У меня все еще это не укладывается в голове! Это самая настоящая карма! Тем не менее, банда, вот коммент из-за прошлого видео! Просто вглядись, какие они шикарные! Идем же комментарии! А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже! Нажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже на видео! Лайк, колокол, коммент, твое видео, бандит! И также не забывай подписываться на мой канал, чтобы быть моей суприм банди, в самой сильной банде на ютубе! И помни одно, бандит, оставайся с тебя шикарным! Пока!